Трилогию «Властелин колец» без преувеличения можно назвать легендарной. Все три фильма вместе получили 475 наград, в том числе 17 «Оскаров». В это трудно поверить, но с момента выхода первой части прошло уже больше 20 лет. Услышав это, невольно ощущаешь себя Мэттом Дэймоном из популярного мема. За прошедшее время исполнители ролей наших любимых героев успели сильно измениться. Многие из них, как Орландо Блум и Кейт Бланшетт, еще появляются в новинках киноиндустрии. Но остальные, кажется, совсем пропали с экранов. Где же сейчас актеры «Властелина колец»? В сегодняшнем видео поговорим о том, чем сейчас занимаются исполнители культовых ролей, а также в каких проектах они успели появиться. Мы предлагаем вам поделиться в комментариях своим любимым персонажем великой трилогии. Ну а мы начнем наше ностальгическое путешествие с хоббитов. На момент старта съемок первого «Властелина колец» Элайджи Вуду было всего 18 лет. Сейчас ему уже 42 года, а роль большеглазого хоббита так и осталась самой заметной в его карьере. Несмотря на это, сказать, что актер сидел без дела, нельзя. Элайджи успел сняться в клипах группы Cranberries и Данка Джонс. В 2005 он основал собственный музыкальный лейбл Simian Records. И хотя он распался через 10 лет, интерес Вуда к музыке не угас. Вместе со своим другом Заком Коуи он выступает в качестве диджея на различных мероприятиях. Не забыл Элайджа и про кино, актер успел попробовать себя в самых разных жанрах. Среди фильмов с его участием можно выделить романтическую драму «Вечное сияние чистого разума», комедию «Дети шпионов 3» и криминальный триллер «Город грехов». Сериалы «Холистическое детективное агентство Дирка Джентли», «Уилфред и шершни» также являются хорошим дополнением к фильмографии актера. Вуд успел попробовать себя и в озвучке мультфильмов, в их списке «Делай ноги», «Звездные войны сопротивления» и «По ту сторону изгороди». Помимо прочего, актер является одним из основателей кинокомпании «Spectre Vision». Она сосредоточена на производстве фильмов ужасов. В отличие от Фрода, Элайджа не стал разбрасываться кольцами. Актер воспитывает сына и дочь вместе со своей возлюбленной, датским продюсером Мэтте Мари Конгсвет. Многие из нас смотрели фильм «Чарли и шоколадная фабрика». А кто смотрел, наверняка помнят историю отца Чарли. Его место на фабрике по производству зубной пасты заняла машина, а его уволили. Но позднее он починил ее и вернул себе работу. О чем это нам говорит? Прогресс не стоит на месте, и чтобы оставаться востребованным, нужно идти в ногу с ним. В нашей с вами жизни сейчас происходит то же самое. По прогнозам различных экспертов, нейросети могут заменить около 300 миллионов рабочих мест. Что же в таком случае остается делать? Ответ прост – самим идти в ногу с прогрессом. Специально для вас Skillbox проводит бесплатный вебинар «Топ-10 кейсов, как зарабатывать на нейросетях». На нем вы узнаете, как использовать технологии будущего и зарабатывать на них. Смогут разобраться даже те, кто ни разу не работал с ними. В программу входит обзор нейросетей таких как ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion. Полезная теория и практика с возможностью задать свой вопрос в прямом эфире и тут же получить на него ответ. А среди лекторов будут эксперты в сфере дизайна и маркетинга. Помимо этого, вы научитесь использовать нейросети в программировании, создании контента, продакшене. Ну и куда же без бонусов всем участникам? При регистрации вы получите инструкции по доступу ко всем нейросетям, гид по лучшим биржам фриланса, а также книгу «Разум под контролем» Роджера Сайпа и Роба Сбериески. Также Александр Доброкотов из Dead Agency и Skillbox презентует новый курс по работе с нейросетями, подробности которого пока держатся в секрете. Все участники, как первые зрители, получат скидку на курс и специальные условия обучения. Ссылку на подробную программу вебинара вы найдете в описании ролика или по QR-коду на экране. Так что переходите, регистрируйтесь и узнайте, как зарабатывать на нейросетях. Схожим образом обстоят дела и у Шона Эстина. Во «Властелине колец» он исполнил роль Сэмюэла Гэмджи, преданного товарища Фродо. Как и в случае с Элайджей Вудом, Шон известен в основном по роли Сэма. После похода в Мордор актер по большей части появлялся в ролях второго плана. Его можно увидеть в фильмах «Клик», «50 первых поцелуев», «Глория Белл» и «Ай Мордекай», а также в сериалах «24 часа», «Очень странные дела», «Супергерл» и многих других. Как и Элайджа, Шон участвовал в озвучке мультфильмов, он подарил голос Рафаэлю из «Черепашек-ниндзя» в сериале от Nickelodeon. Помимо кино, Шону интересен спорт. Актер принимал участие в марафоне Disney и международных соревнованиях Iron Man. В настоящий момент Шон счастлив в браке с Кристиан Харрелл. Вместе пара воспитывает трех дочерей. Следующий из четверки хоббитов – Мериадок Брендибак, более известный как Мэри. Его роль исполнил Доминик Монаган. В отличие от коллег, он прославился не только участием во «Властелине колец». Доминик широко известен благодаря роли Чарли в сериале «Остаться в живых». Также он появлялся в фильме о Росомахе и девятом эпизоде «Звездных войн». У актера даже было собственное документальное шоу о дикой природе под названием «Доминик Монаган и самые дикие существа». В личной жизни у Доминика не все так гладко. Однажды он был помолвлен с Эванжелин Лили. В своей
коллегой по сериалу «Лост», но дальше помолвки дело не зашло, и актер по сей день остается холостяком. Во время приключений в Средиземье Мэри почти всегда находился рядом с Пиппином. Вот и мы не станем их разлучать и сразу поговорим о втором участнике хаотичного дуэта. Билли Бойд, сыгравший Пиппина, в жизни является хорошим другом Доминика Монагана. Вместе они ведут подкаст «Луковица дружбы». Там ребята обсуждают закадровые истории со съемок «Властелина колец» и отвечают на вопросы фанатов. Доминик и Билли часто приглашают к себе членов съемочной группы фильма. У них в гостях уже побывали Элайджа Вуд и Шон Эстин. Билли также является фронтменом своей группы «Би Кейк». Песня группы под названием «Последнее прощай» звучит в титрах «Последнего хоббита». Не забывает любитель второго завтрака и о спорте. Актер еще со времен «Властелина колец» является заядлым серфером. Позже к его увлечениям добавились и боевые искусства. С кино дела у Билли обстоят неважно. После путешествия в Средиземье он засветился в крупнобюджетном фильме «Хозяин морей на краю земли». Однако после этого актер начал появляться лишь в незначительных ролях. То же самое можно сказать и о Джонни Ризе Дэвисе, который сыграл ворчливого гнома Гимли. После «Великой трилогии» актер редко появлялся в популярных фильмах. Среди них можно отметить «Дневники принцессы 2» и третью часть «Анаконды». Также Джон озвучил короля соленых вод в «Аквамене» и появился в последней части «Индианы Джонса». Джон был женат на Сюзанне Вилкинсон. В браке у них родилось двое детей. К несчастью, в 2010 году женщина скончалась от болезни Альцгеймера. Позже актер встретил Лизу Мэннинг. Они находятся в отношениях и по сей день и вместе воспитывают дочь. Стоит отметить, что рост актера составляет 185 сантиметров, что делает его выше остальных участников «Братства кольца». Все они, кроме Джона, имеют татуировку в виде эльфийского символа 9. Вместо актера татуировку себе набил его дублер. В последнем фильме Гимли соревновался в количестве поверженных врагов с Леголасом. Меткий лучник и похититель женских сердечек – следующие в нашем списке. Орландо Блум в представлении не нуждается. Путешествие по Средиземью стало лишь первой ступенью на пути актера к славе. А роль Уилла Тернера в «Пиратах Карибского моря» укрепила статус Орландо в качестве звезды первой величины. Далее последовали крупные роли в фильмах «Троя» и «Три мушкетера». Затем актер ненадолго исчез из мейнстрима, но лишь для того, чтобы позже вернуться к роли Леголаса в «Хоббите». С недавних пор актер женат на Кэти Перри. Всего у них двое детей. 25 августа на экран выйдет фильм «Гран-туризма», одну из ролей в котором исполнит Орландо Блум. Картина основана на реальных событиях. Она расскажет о геймере, который стал профессиональным гонщиком. У каждого есть свои особые умения. И если Леголас умеет отлично стрелять из лука, то Барамир отличается способностью ловить стрелы. Нельзя просто так взять и не упомянуть Шона Бина. После «Властелина колец» актер исполнил много запоминающихся ролей. И несмотря на то, что персонажи Бина постоянно погибают, его карьера продолжает жить. После «Властелина колец» актер появлялся в «Эквилибриуме» и «Трое», а также преследовал Николаса Кейджа в «Сокровище нации». Также в списке его работ есть «Пиксели», «Марсианин» и сериал «Сквозь снег». Но самой известной ролью Шона, конечно же, является Нед Старк из «Игры престолов». После смерти этого персонажа актер начал отклонять сценарии, в которых он должен погибнуть. Со времен выхода «Властелина колец» Бин успел жениться 2 раза. С последней супругой актер до сих пор вместе. У актера 3 дочери от предыдущих браков. В свободное время Шон болеет за футбольный клуб «Шеффилд Юнайтед» и занимается садоводством. Невозможно представить себе Средиземье и без главного волшебника. Гэндальфа в фильме сыграл сэр Иэн Маккеллен. После завершения трилогии он снова исполнил роль Магнета в «Людях X». С коллегой по фильму Патриком Стюартом он продолжает дружить и по сей день. Позже Иэн вновь сыграл Гэндальфа в «Хоббите» и исполнил роль злодея в «Коде да Винчи». Актер также озвучил Генри Коксворта в «Красавице и чудовище» и успел немного подпортить себе репутацию фильмом «Кошки» в 2019 году. Не менее важным персонажем трилогии был и Арагорн в исполнении Вигго Мортенсена. За прошедшее время Вигго успел стать автором многих книг и открыть собственное издательство. В нем сейчас и работает его единственный сын. С работой в кино у актера все прекрасно. И хотя Арагорн остается самой известной его ролью, сказать, что карьера у Вигго не задалась, язык не поворачивается. Благодаря ролям в фильмах «Порок на экспорт», «Капитан Фантастика», «Зеленый книга», Вигго стал 3-кратным номинантом на «Оскар». Актер является фанатом нескольких футбольных команд, включая «Фулхэм» и «Реал Мадрид». У Вигго много различных хобби. В свободное время он занимается рисованием, фотографией и сочинением стихов. Упомянув короля, стоит рассказать и о королеве. Возлюбленную Арагорна Арвен сыграла Лив Тайлер. Еще до роли эльфийки актриса успела прославиться благодаря картинам «Магазин Империя» и «Армагеддон». После приключений в Средиземье Лив не забросила карьеру. Среди фильмов с ее участием присутствует
сопутствует «Невероятный Халк» и «К звездам». Она также появлялась в сериалах «Куртизанки», «Оставленные» и «9.1.1. Одинокая звезда». В 2024 году на экраны выйдет фильм «Капитан Америка. Дивный новый мир». В нем Тайлер вернется к роли Бетти Росс из «Невероятного Халка». Актриса успела два раза побывать замужем. В настоящий момент у Лив трое детей. Хьюго Уивинг, исполнитель роли Элронда, отца Арвин, также был известен до своего превращения в эльфа. Актер успел запомниться ролью агента Смита из «Матрицы». После «Властелина колец» актер снялся в большом количестве блокбастеров. Среди них первая часть «Капитана Америка», «Ви значит Вендетта», «Облачный атлас», «По соображениям совести» и многие другие. Помимо этого, Хьюго вернулся к роли эльфийского владыки в двух фильмах о «Хоббите». Сейчас он проживает в Австралии вместе с супругой и продолжает сниматься в кино. Сын актера пошел по стопам отца, а дочь стала художницей. Раз уж мы заговорили об эльфах, то стоит упомянуть и Галадриэль в исполнении Кейт Бланшетт. Актриса стала двукратной обладательницей премии «Оскар» и снялась в самых разных амплуа. В списке проектов с ее участием значатся «8 подруг Оушена», «Тор Рагнарёк» и «Загадочная история Бенджамина Баттона». Из недавних работ актрисы можно отметить психологическую драму «Тар», триллер «Аллея кошмаров» и фэнтезийный мультфильм «Пиноккио». Актриса вместе с мужем проживает в Австралии, пара воспитывает троих сыновей и приемную дочь. Если вы хотите увидеть похожий ролик по трилогии «Хоббит», то напишите об этом в комментариях. За наши старания вы можете отблагодарить нас лайком. А у нас на сегодня все. До новых встреч, друзья!